Добрый вечер, дорогие друзья. Евгений Гордеев из города Смоленска. Со своей необычной песенкой, необычной потому, что она посвящена нашим женщинам. Редко мы говорим слова любви, редко мы говорим слова прости, редко мы приносим цветы, духи, редко приглашаем в театр. И теперь вот, может быть, моя песенка подвигнет вас к тому, чтобы вы обратили внимание на ту прекрасную, ту любимую, ту единственную, которая рядом с вами. Спасибо, женщины России, за ваши добрые сердца, за то, что с нами грязь месили, идя по жизни до конца. За лагеря, за пересылки, за вашу крепкую любовь, за долгожданные посылки и за встречание поездов. За долгожданные посылки и за встречание поездов. За то, что ждали нас из боя, не изменяя нам ничуть, что путеводною звездою нам освещали в жизни путь, что путеводной звездою нам освещали в жизни путь, за то, что деток нам морожали и пели песни за столом, за то, что все наши печали вы оставляли там былом, за то, что все наши печали вы оставляли там былом. За Днепрогэс, за БАМ, Магнитку, за Братск и Тынду Устилим, за музыку Альфреда Шнитке и все то, что и же с ним. За музыку Альфреда Шнитке и за все то, что и же с ним. За нежные в мозолях руки, за горечь губ, за сердце боль, за счастье наше и за муки, и за прекрасную любовь. За счастье наше и за муки, и за прекрасную любовь. За взмах ресниц, полуулыбку и за последнее прости. За праведность и за ошибки, за то, что есть, и за мечты, за праведность и за ошибки, за то, что есть, и за мечты, за то, что вы учителями прошли весь этот трудный путь, не просто рядом, вместе с нами, а так как надо, не как-нибудь, не просто рядом, вместе с нами, а так как надо, не как-нибудь. Ну вот, песенка «Спасибо, женщины России», может быть, конечно, как вам сказать, не отшлифованная какая-то, но от души, от полной души. Спасибо, женщины России, что вы с нами, что вы нас любите, что вы нас поддерживаете. А когда тылы обеспечены, то можно идти вперед. И не только идти, но и побеждать. Мы вас любим. Любви вам. Счастья, благоденствия, женщины России.